Я 3 года в общаге, я в ней ем и в ней сплю. Я дружу в ней с друзьями и с девчонкой мучу. Могут выселить гады, коменданту на зверь. Каждый день то засада, то потеря потерь. Шняга снежная, жизнь общажная, беспонтовая, но кайфовая. В основном с майонезом, но бывает и без. А учеба достала, задолбала в конец. Как сказала бы Алла, это полный пипец. Пипец. Это пипец.